как вывести из организма все ненужные и ядовитые. Обязательно сохраните, пригодится после праздников. Лучшие рецепты детоксикации. Яблоко и корица. Тонко нарежьте одно яблоко и залейте 500 мг чистой воды. Добавьте 1 чайную ложку молотой корицы. Охладите и выпейте в течение дня. Сочетание яблок и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт. Лимонный сок и мед. 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Смешайте с 200 мг теплой воды. Добавьте 1 чайную ложку натурального меда, щепотку молотого имбиря. Принимать натощак за полчаса до завтрака. Это поможет очистить пищеварительную систему, укрепить стенки сосудов и подарит заряд жизненной энергии. Имбирный напиток. Небольшое количество свежего корня имбиря 3-4 см очистит от кожуры и мелко нарезать. Залить 1 литром горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне 10 минут, процедить. После остывания добавьте щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника. Принимать в течение дня по 100-150 мг за полчаса до еды. Нормализуется пищеварение, обмен веществ. Напиток окажет тонизирующее и общеукрепляющее действие. Свекольный сок. Приготовьте свежевыжатый сок из 1 свеклы, 2 яблок и 4 стебли сельдерея. Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день, утром и вечером, за полчаса до еды. Коктейль здоровья. Приготовьте свежевыжатые соки из 1 апельсина, 1 лимона и 1 моркови. Смешайте с 100 мг минеральной воды. Пейте натощак за полчаса до еды. Этот коктейль – прекрасное средство от усталости. В нем большое количество антиоксидантов. Огурец и сельдерей. Измельчите 1 огурец и 1 корень сельдерея. Добавьте 300 мг воды. Пейте в течение дня. Идеально подходит для разгрузочных дней. Спасибо за внимание. Поставьте лайки и подпишитесь на мой канал.